Бодрого вам утра, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами сделаем украшение на шампанское, сделаем елочку, в основе которого будет бутылка шампанского. Для этого нам понадобится много конфет. Опять-таки, надо конфеты брать красивые, яркие. И скотч. Итак, нужно будет взять конфетку, прилепить к ней кусочек скотча. И вот так вот мы будем потихонечку обклеивать бутылочку нашу. Красим мишурой. Я закрепляю термоклеем. Можно закреплять просто скотчем. Так, мою бутылочку сейчас обернем вот так вот мишурой. Бутылочку обернем мишурой. Сделаем елочку. Мишуру желательно закладывать под конфетки, чтобы конфетки были более заметны. Так потихонечку наши бутылочки и конфетки превращаются в елочку. Вот такая елочка у нас получилась. Она станет прекрасным украшением для вашего новогоднего стола, а также может стать отличным подарком, сделанным вашими руками для ваших близких и дорогих людей. С Новым годом вам! Здоровья, счастья! Делайте счастье своими руками!